На конкурс дети читать стихи. Гимназия номер 5, 3 А класс, город Северобайкальск. Даниил Хармс, странный бородач. Даниил Хармс наш любимый поэт, потому что его стихи похожи на игру, а дети любят играть. А это стихотворение нравится нам, потому что дети подшутили над швейцаром. Странный бородач. Бал веселый, бал парадный, шумный, пестрый, маскарадный. Вход для школьников открыт, для дошкольников закрыт. Вот, смотри, стоят у входа Коля с Петей. Но смотри, одному 4 года, а другому только 3. Говорят они: пустите! Но швейцарки: нет, друзья, вы сначала подрастите, а таких впустить нельзя. Коля с Петей прочь отходят. Вдруг к швейцару с булавой гражданин один подходит с очень длинной бородой. Я на бал не допустите, где тут вход, я не пойму. Гражданин, сюда пройдите, говорит швейцар ему. Бал гремит, шумит, грохочет, все кругом несется вскать. Только громче всех топочет очень странный бородач. Все танцующие люди собрались вокруг него. Вот, несут к нему на блюде ледяное эскимо. Стихла музыка, и вдруг закричали все вокруг. Эй, глядите, глядите, у него две пары рук. Понемногу, постепенно, всем понятно стало все, что ведь это, несомненно, Коля с Петей, вот и все.